С вами Милис, и мы сегодня смотрим на новую игрушечку под названием Clash Artifact of Chaos. Да, в переводе Clash Artifact Chaos, что-то типа того. Так что надевай наушники, бери что-нибудь покушать и поехали. Новая игра, да. Кстати, не забудь сразу поставить лайкосиком, конечно же, мне будет очень приятно. Все. Поехали, мы будем играть за какого-то путника-отшельника. Вот, отшельника, у нас будет какой-то там пушистик на плече сидеть. У нас здесь будет рисовка прям такая комиксная. И это шутер. Шутер от третьего лица. Сейчас, надеюсь, нам историю сюжетную чуть-чуть расскажут, потому что... Вставай, псевдо. Это не наш персонаж. Еще. А, ну мы им играем, но это не наш персонаж. Ты помнишь, чему тебя я учил? Стойка замаха. Покажи, как ты атакуешь врага. Хочешь выбрать эту технику? Нет, давай боксерскую стойку посмотрим. Мне. А ну а третье на что? Получается, мы убираем стиль боя? Мне, кстати, больше понравилась боксерская стойка. Так. Хорошо, теперь напади еще раз. Неужели ты забыл мои уроки? Псевдо, ты слабее местных существ. Полагайся на скорость. Еще раз. Увернуться, когда атака попадает в цель. Так-то лучше. Скорость и ловкость помогут тебе в бою с теми, кто сильнее. Возможность уклоняться от ударов, но помни, в основе обучения лежит последовательность твоих движений. Так, специальная атака. И последний урок. Перейди от обычной атаки к особому удару. Блин, мне вот это напрягает, этот прыжок, блин. Смотри, я иду назад, нажимаю Б, и он все равно вперед прыгает. Ужасная кнопка. Прекрасно. Помни, скорость важна не только для защиты, но и для нападения. Сразу после уклонения нажми кнопку атаки, чтобы нанести направленный удар. Попробуйте уклоняться в разные стороны, чтобы выполнить разные атаки. Благодаря скорости тебе под силу справиться с врагом. Так он не уклоняется. Вот это, блин, это уклонение? Псевдо, ты слышишь мелодию? Это не уклонение, это просто он такой начал идти в бок. Хреновое здесь уклонение. В Огурте намного лучше. Думаю, мы еще поиграемся с этим управлением. Так, а вот она и наша рисовка. Как тебе? Так, ну вроде прекрасно. Надеюсь, оптимизация будет. А, и оптимизация будет сегодня. Почему ты выключаешься?
Ладно. Ладно, я не знаю как, но здесь просто не включается вертикальная синхронизация. Она просто выключается. Я не знаю, что с этим делать. Я наслышана о хреновой оптимизации, ребристости экрана, но, видимо, это вот оно. Я не знаю, что с этим делать на самом деле. Не включается вертикалка. Так что, если будут эти всякие фрезы, ну, это потому что я ее не могу включить. Я не знаю, как это все работает. Так, РБ, пройти. О, это такие цветочки. Красиво, красиво. Вот скажи, вот напиши в комментариях, вот как. Как тебе вот это вот? Вообще небо потрясающе. Вот рисовка как? Вот, не знаю. Я в подобную рисовку играла всего-всего пару раз. Вот недавно была, по-моему, игра похожая под одной рисовкой. Что-то было, вот что-то было. Мне очень нравится, на самом деле. Это что-то такое необычное, которое выделяется из всего вот этого мира игр. Прям выделяется, выделяется. Свои особенности. Кого-то задавило бревном. Или просто его можно назвать бревнышка, ты что там лежишь? Тут и ролики даже сделаны. Хотя она особо не популярностью не пользуется, эта игра, как вышла. Совсем у нее очень мало поклонников. Да почти нету на самом-то деле. Но мне кажется, она прям стоит внимания. Ну хорошо, мы это бревно убрали. А что так долго мы на это смотрим, как мы убираем бревно? Кстати, а это, по идее, уже мы. Вот это уже, по идее, должен быть наш персонаж. Ага, и в глаз вот эта вертикалка попала. Вертикалка в глаз попала. Ничего с этим не сделаю. Во, это мой красавчик вот такой вот. И вот этот стал пик-пик-пик. Короче, проснулся. Вот обычно мы все так выглядим, видимо, как ежики утром. Такой, а что, где, а че я как это? Барашек выгляжу. Там туман, да? Ух ты. Надо, наверное, посмотреть, что это, да? Так, смотрим. Открыть. Открыть на РБ. Необычно. Не видать. Без этого никак. Маленькая статуэтка взята. Крепкая шкура. Боевой манекен. Выбрать стойку предоставлен. Так, а ну, давай откроем боевой... О! Уровень 0. Хорошо, мы можем прокачивать силу, выносливость, агрессию, иммунитет, шкала стойкости атаки, сопротивление урону, оглушение, боксерская стойка, вторая специальная атаки. Ага, неплохо. Знаешь, в чем проблема, я уже вижу. Вот, оно сварить зелье здоровья. Из ингредиентов можно варить зелье здоровья. Оно может иметь разные добавочные эффекты в зависимости от того, что вы кладете в котел. Пока вы спите в палатке, ваши пустые фляги наполняются водой. Чистая вода без ингредиентов восстанавливает 25 здоровья. Я поняла. Поскольку здесь все одинаковое, графика, предметы не подсвечиваются. Непонятно, что можно взять, что нет. Это придется цикаться в каждый угол. Откуда эта музыка? Парируйте удар точно в момент нанесения блокирования атаки значительно. Это что такое? Кролик? А чё он такой стрёмный? А, мы кролика взяли? Мы просто взяли кролика. Как легко-то кролики поддаются. Мех? Еще и мех где-то взяли, я его даже не видела. Это чё? Это садомазохизм тут какой-то, серьезно. Ближний бой от первого лица. Нанося урон врагам, вы заполняете шкалу атаки. Когда она заполнится, вы можете перейти в режим ближнего боя от первого лица.
В этом режиме вы сталкиваетесь с врагом лицом к лицу и получаете новые атаки. Наносите удар за ударом, чтобы давить противника мощной атакой. Тебя, чё ли? О! Класс, мы сломали статы. Юху! Мы просто огонь. А ты чё? Зачем мы его ударили? Зачем мы его убили? Чтобы мех взять? Это жестоко, жестоко, знаешь. Жестоко как-то. Так, у нас тут... Не полезу, целей буду. Хорошо, по ночам мы, видимо, можем это делать. Так, ладно, значит, пойдем сюда. Хочешь сказать, что я, короче, если ты ничего не понимаешь, я как бы тоже ничего не понимаю. Так что все нормально, все нормально. Я пока ничего не понимаю, и благо у нас нет проблем прям с картинкой. Мне это очень радует. А, ты можешь залезть? Гад! Да твою медь! Вот это, знаешь, вот парирование, вот оно. Мы еще что-то выпили, но ничего не помогло. Ничего не понимаем. Прыжок. Хорошо. Вот опять. Ну что, что опять, что? Мы смотрим просто туда, далеко. Стойкость. Многие действия расходуются по стойкости. Псевдо защищается от удара автоматически, и пока кольцо стойкости не опустеет, входящий урон снижается на 50%. А атаки не отбрасывают слишком далеко. Выпьем. Смотри, мы что-то пьем. О, пополнили хпшки типа себе. Молодцы. Я пока не понимаю ничего. Так, исцеление, я это уже поняла. Я ничего пока не понимаю, пока сюжет непонятный. Следующий. Интересно, что сейчас наши враги это вот эти вот какие-то непонятные животные, которые, в принципе, ничего плохого нам не сделали. Да и, в принципе, этому миру ничего плохого, я думаю, они тоже не сделали. Это звук исходит оттуда. А, мы идем к тому дымочку. Понятненько, понятненько. Что такое? Теперь у нас есть красная лягушка. Ей! У нас есть красная лягушка. И зачем она нам вообще нужна? Непонятно. Приготовим ее, приготовим. У нас будут лягушачьи лапки.
Верёвку. О, тут ПВП будет? Прошу, нам нечего тебе предложить. Я не хочу драться. У меня есть артефакт, царик. Стой, дедушка. Я не Корвиды. Таков единый закон, и мы должны ему следовать. Покончим с этим, незнакомец. Что происходит? Если противник перестанет двигаться, его немедленно ужалят. Артефакт гнезда шершней. Ритуал — это короткая азартная игра, где каждый участник должен выбрать артефакт последствий. Победитель получает право воспользоваться артефактом, что дает преимущество в последующем бою. Артефакт змеиного яда отравляет противника. Змеиный яд вызывает периодические судороги. Двенадцать. У него меньше вроде. Цаки, власть над удачей. Цаки, это инструменты для изменения результата броска на игровом поле. Выберите, какой цак использовать на своем ходу и где именно. Тот, кто наберет больше очков в конце игры, выиграет в ритуале. Я не поняла. Отнимает одно очко от броска костей. Эй, нечестно. Давайте лучший бой. А почему я за этого старикана играю? Он вообще не двигается даже. Какая-то фигня. Лена, я не знаю. Что-то слишком не очень. Он что, мёртв? Я не... Он оказался так слаб. Ты его убил? Годись отсюда, Чарли! Тебя это не касается! У меня есть ещё артефакт. Хочешь закончить, как этот старик? У меня нет костей. Значит, победа моя! Я наношу первый удар! Одно из этих предложений, правда. Помахаемся? Может, развернешься? Покойник? Тогда ладно.
Все? Это что, драка? Ха. Не смешите меня. Мне кролика сложнее поймать будет, чем тебя. Дедушка мертв. Yes. Да. И что? Что же мне делать? Произнести слова. Он тебя учил? Да, я. Произнеси слова. Кость его, земля, плоть его, прах. Дыхание его. Дыхание его, ветер. Дыхание его, ветер. Молодец. Вот и все. А куда мне идти? Разбивка лагеря. Ищите брошенные кострища, чтобы разбить лагерь. От костра поднимается струйка дыма, которую можно заметить издалека. Лагерь служит точкой сохранения прогресса. Ничего себе. Очень грустная история. Я думала, мы не так грустно завоюем эту птичку. Переночуйте в лагере. Хорошо, давайте переночуем. Давайте поспим. Посмотрим, сейчас попробуем сварить что-то там зелье, изучить, может, умение. И закончим на этом. Так что, если тебе нравится эта игрушка, ставь лайкосик обязательно. Не уверена, что я захочу продолжать. Ну ладно, я отведу тебя в безопасное место, но дальше сам. Со мной тебе нельзя. Погоди, нельзя бросать у дедушкины кости. Тебе самому нельзя без костей. Они понадобятся, если тебе снова придется драться. Чего? А, игральные. Специальная броня доступна на вкладке одежда. Ай, что, что? Прикрепите к ритуальному этому. Что? Кого прикрепить? А, ё-моё. Зона снижения. Ближняя половина. Так, хорошо. Дальше. Артефакты у нас какие-то. Материалы. Шкура, мех, одежда. Маскировочный раскрас. Раскрас черепами. Науч. Давай наденем. Поножи. Наплечник. О! А давай зелененькое оставим. Давай зелененькое. Что там с оружием? С оружием ничего. Прогресс. Кстати, прогресс у нас есть. Так, хорошо. Теперь, давай-ка вызвать на ритуал. С этого момента псевдо может вызывать разумных существ на ритуал. В таком случае внизу экрана ненадолго появится подсказка. Иногда к ритуалу будут прибегать и ваши враги. А, противники. Тебе есть кому пойти? Не знаю. Может, кто-нибудь знал твоего дедушку? Мой брат, но он не желает меня видеть. Где он? В горах. Совсем не по пути. Возможно, кто-нибудь из замка Гемини согласится тебя отвезти. Ее гонцы все время снуют туда-сюда, помогают вести дела. Так, чучело. Что у нас тут? Назначить очко навыка. Так, давай сила. Это что у нас? Повышает уровень урона и оглушение боевых стоек, специальной атаки, выносливость, улучшает стойкость, повышает уровень урона и оглушение некоторых боевых стен, агрессия, улучшает шкалу атаки. Давай вот так вот сделаем. Дальше, боксерская стойка. Ага, а тут у нас... Хорошо. Ну все. Давай попробуем сварить, посмотрим, как это все варится. Давай засунем кролика, лягушку, кролика и теперь давай смешаем. И что мы наделали? Мы что-то намешали, у нас что-то получилось вроде. Ладно, я думаю, на этом мы приостановимся.
И не уверена, что мы продолжим играть, так что все зависит от тебя. Если тебе она зашла, то поставь лайкосик в комментариях. Лайкосик в комментариях. Ты понял меня? И оставь свой комментарий. Так что все. На этом мы приостанавливаемся. И не забудь все ссылочки на соцсети в описании. И всем пока-пока.